Данная сажалка для чеснока характеризуется точностью посадки, высокой производительностью, компактностью и надежностью конструкции, а также простотой в эксплуатации и обслуживании. Принцип работы машины следующий. Посадочный аппарат захватывает зубки чеснока и с точностью и без повреждения семян высаживает их в необходимом количестве и на необходимую глубину. Высокая точность, эффективность, минимальное техобслуживание, простота и удобство при эксплуатации и регулировке превращают это оборудование в одно из необходимых орудий для любого производителя чеснока. Основные детали. Сышники, регулируемые по высоте, осуществляют минимальную разбивку грунта и формируют борозду, которая гарантирует ровную посадку семян, способствуя росту растений и облегчая повседневную уборку урожая. Высевной дозирующий диск с ложечными захватами. 14 зажимов различного размера позволяют подобрать соответствующий диаметр каждому калибру чеснока. Процесс смены зажимов очень прост и совершенно безопасен. Заделывающие задние лапы. Усиленные задние лапы тщательно засыпают борозду почвой, образуя гребень, который способствует росту растений и облегчает уборку урожая. Глубина работы лап легко регулируется. Отдельные семенные бункеры. Каждая высаживающая секция имеет отдельный семенной ящик объемом в 50 кг, что позволяет одновременно высевать чеснок разного калибра. Междурядье фиксируется заводом-изготовителем под заказ, приблизительно от 38 до 55 см. Опорно-приводные колеса. Рельеф ходовых колес обеспечивает равномерное и непрерывное, без буксования, продвижение и стабильность машины. В наличии имеются комплекты колес двух типов для различных ходовых систем тракторов. Регулировка густоты посадки. Количество семян на метр от 6 до 15 зубков регулируется путем простой операции смены звездочек